То есть вы перекрываете руку. Я так считаю. Нет, только замок предплечьем, да. И выходите на него. Встаете на мост максимально, насколько можете это сделать. Он будет вас отсекать ногой, правой ногой отсекать, пытаться вас положить. Но он не может вас оторвать от тотально, то есть на мост вы в любом случае можете встать, даже если он будет вас отсекать этой ногой. В сторону него на мост выходит и локтем продавливаем, выходим на него. Понятно? Надо максимально выйти на мост. В его сторону. В сторону своего соперника. Всем понятно? Еще раз медленно покажи. Еще раз медленно. Давай в другую сторону. Все, вы попали на болевой. Без паники, спокойненько делайте свою работу. Встали на мост в сторону своего соперника. Придавливаем локтем в область паха. И выходим на него. Понятно?